До початку работы сессии еще есть час, а тому можно ознакомиться с материалами, которые досланы на конкурс сельских советов по вырешению питания у жизнезабеспечения населения. Крыху позднее переможцы отримают узнагороду у своих номинациях. По традиции территории поделены у залежности от колькости населения, якое на их проживает. Але задача во всех одиная – створить для людей больше комфортные умовы. Кировский сельский совет Наравлянского района – это усяго каля 600 человек. Але коли их организовать, зарабить можно шмат. Первое место заняли мы, наверное, благодаря тому, что вместе со своим населением мы привели в порядок территорию сельского совета. Навели полный порядок на местах гражданских захоронений, воинских захоронений. Естественно, это парковые зоны были облагорожены, разбиты новые малые архитектурные формы, подкрашены фасады, убраны территории общего пользования. Дорожное полотно сюда уходит, привели в порядок. Блок питаний, разлеженных по час работы сессии, затвержение новых редакций шерегу региональных программ. Головная мета – повышение их эффективности. У новой редакции комплексу мероприемства по поддержке малого и среднего предпринимательства, активизация диалога бизнесу и державы, мониторинг эффективности деятельности предпринимательских структур, формирование пакету базовых послуг, которые безвыплатно будут предоставляться начинающим предпринимателям. На этой же сессии принимаются решения об установлении ставок одиного податку за индивидуальных предпринимальников. Его помер будет залежать от региону и виду деятельности. Обращая того, у центра уваги мероприемства по содействию занятости населения, утримания автомобильных дорог, демографичной безопасности, адукации и молодежной политики. И еще одно питание тычется молоди. Сессия дает сгоду на призначение именных стипендий спортсменам юнацкого, юниорского и молодежного возраста. 400 заяв задовольняется каждая четвертая. Конкурент сёлета значная. У минулом годе спортсмены Гомельской области выступили вельми поспехово, а тому и претендентов на премию облвыканкама оказалось шмат. Мы традиционно после города Минска занимаем второе место, среди областей мы первое. Больше 115 медалей гомельские спортсмены привезли с международных стартов. Довольно-таки большая копилка золотых медалей, поэтому мы неплохо смотримся на уровне всей республики, а если брать непосредственно юниорский возраст и юниоров, то здесь спортсмены Гомельской области занимают первое место по итогам 2017 года. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».